Ребятушки, всем огромный привет. Вот настал тот день, когда я улетаю в Геленджик. Сейчас мы с вами находимся на Киевском вокзале. Отсюда мне идет Аэроэкспресс в аэропорт Внуково. Отсюда я улетаю. Ну, есть у меня еще минут 15 погулять с вами по Москве. Показать вам чуть-чуть площадь Курского вокзала и что вообще рядом с ней. Вот. Сниму полет, сниму прилет, сниму заселение. Ну и все в этом духе. Пойдемте, переключаю камеру, пойдемте дальше. Ну вот, я вам сейчас покажу немножечко Москвы. Я тут с чемоданом, если будет слышный грохот, не это самый. Не удивляйтесь, потому что мне же все-таки лететь. Так вот выглядит здание Киевского вокзала. Вот такие вот открываются красоты города. Время 7:30 утра. Выехал я из дома в 4, 4:50 у меня была электричка. Сейчас немножко с вами пройдемся, чуть-чуть вам покажу. Буквально немножечко такой вот здесь фонтан, он работает. Но сейчас почему-то его не включили, а так вообще работает. Такие вот. И потом гостиница «Славянская» перед нами. Короче, я приземляюсь сейчас дня, ребятки. Вот. Сейчас все покажу вам. Я специально поеду 7-часовым экспрессом. Он идет минут 40 до аэропорта. Ну, заранее, знаете, как регистрацию я уже прошел еще вчера электронную. Ну, на всякий случай, пока чемодан, багаж, пока туда-сюда. Сейчас там с вами походим по аэропорту, погуляем. Займем чемодан и там еще погуляем по аэропорту с мамой. Посмотрим. Потому что из Внуково давно не летал. По-моему, вообще не летал из Внуково, не помню. Такие вот красоты нашего города, площадь Киевского вокзала и же с ними. И там вот, если мы с вами пойдем сюда, там у нас поезда дальнего следования. Прямо. Сейчас немножко вас проведу, покажу вам. Ага. Здесь кипит в Москве. Вот это. Сейчас я вам покажу издалека, попробую показать сам Киевский вокзал. Он вообще выглядит. Конечно, немножко неудобно с чемоданом, но что делать? Так что вот вылетаю. Вот он, Киевский вокзал сам. Тоже довольно-таки старинная постройка. Древний, древний, красивый вокзал такой. Я иду в сторону моих аэроэкспрессов. Вы знаете, очень хочется кофе. То, что я там подкашиваю, обращайте внимание, это першит из-за того, что утром покурил. Выпил только одну чашку кофе. Хочется еще одну. Сейчас надо будет найти какую-нибудь забегаловку, где можно попить кофейку, потому что кофе хочу, сейчас умру. Вот. Я уже полусонный, проснулся в 3:30. Пока собирался, пока туда-сюда, время уже... Ну, оставалось выходить, там, успел там... кофе хлебнуть и бегом на электричку. Так что сейчас я поищу какую-нибудь забегаловку, чтобы попить кофейка. И спокойно можно идти уже на перрон и ждать свой аэроэкспресс. Ребята, еще с Киевского вокзала ходят такие двухэтажные поезда. Я вот еду вот на этом экспрессе, на Ласточке. Еще вот такие двухэтажные здесь. Я прямо на перроне, уже подали мой поезд под посадку. И двухэтажные поезда ездят теперь. То есть вокзал, этот поезд идет на Брянск. Ну вот, дорогие мои, прошел я регистрацию на свой рейс. Вот здание аэропорта вам показываю. Аэропорт Внуково, еще раз повторюсь, откуда я улетаю. Геленджик, через час 50 у меня вылет. Надо через полтора часа быть уже в самолете. Сейчас я вышел немножко на улицу. Ну, бросил чемодан в этот, как он называется, багаж, и немножко вышел на улицу подышать воздухом. Сейчас пойдем внутрь аэропорта и погуляем с вами там. Ну вот, ребят, мы с вами в здании аэропорта Внуково. Особо ничего такого интересного. Duty free здесь нету. Всякие шмоточные. Пойду похожу, может быть, где-нибудь парфюмерный магазинчик найду какой-нибудь. Ну, хотя вряд ли.
что-то здесь, это не Шереметьево, не международный, это, ну и международный, и внутренний, но что-то я здесь ничего такого не вижу. Что-то было такое вот, то, что нас с вами интересует всех. Ну, такой вот у нас аэропорт. Ой, машинка. Продается или разыгрывается, интересно. Новый Таус. Volkswagen Таус. Азурейр. Что здесь еще есть? Ну, здесь зоны вылета в основном. Кассы. Вот пойти надо, подняться. Тут же где-то еще, кстати, кинозал был. Это, наверное, для тех, у кого рейсы задерживаются. У меня пока не объявляли задержку рейса. Вот, скорее всего, он у меня приедет вовремя. Кафе-бар, плов. О, надо сходить туда. Вот такой вот у нас аэропорт, друзья мои. Пойду поднимусь на третий этаж, попью кофейку в шоколаднице. Вот табло. Да, идут. Табло вылетов. Мой рейс, он мигает. Аэропорту. Вот, дорогие мои, ладненько, поеду я дальше, пойду поднимусь еще этажом выше, попью кофейку, потом пойду перекурю перед рейсом, и в 10:25 мне надо быть уже в самолете. Ребятки, я зашел в бьюти-депо. Вот что я здесь увидел. Я в бьюти-депо нахожусь. Спасибо, я спрошу. Нарциссики. Здрасте. Семьяки. Ну, цены, конечно, тоже потрясающие. Кельвин Кляйн. Чего здесь только нету. Нина Ричи. Ароматы какие стоят. Алина Эррера. Пойдемте дальше посмотрим. Диоры. Саваш. Нет, меня нельзя в такие магазины пускать. Джентльмен, Живанши, новинка. Шанель Габриэла, 19200. Новинка, 16900. Вильгельмы. Джульетта с пистолетом. Обалдеть. Ну, ценник, конечно, здесь кусающийся. Ну, вот подали мой самолетик, в котором я полечу. Прикольный. Пойду на посадку. Уже объявили посадку. Пойду на посадку. Ребятушки мои, ну я в самолете, в салоне сижу. Скоро вылет, через 20 минут.
в час дня я буду в Геленджике. Буду вам снимать обзор взлета, посадку, ну и дальше по Черному морю. Ребятки, пошли на взлет. Пошли на взлет, взлетаем. Разгончик.
мы идем на снижение, приземляемся. Смотрите, какая красота за бортом. Красота просто неописуемая. Турбулентность небольшая. Со скоростью 800 км в час. Такое ощущение, что он едет со скоростью телепахи. Ой, что-то капает. Сколько я понимаю, мы сейчас прилетаем над Черным морем. Ага. Да. Да. Ничего. Черное море, обалдеть. Обалденно, как красиво. Да. Ну и опять вверх пошел. Что-то он то вниз, то вверх, вот крыло. Как-то туда-сюда. Вот оно, Черное море. Поселки выпустил. Идем на снижение. Прямо над морем вообще балдит. Видно уже берег. Самолет произвел посадку в аэропорту города Геленджик. Температура воздуха плюс 31 градус. Местное время 12 часов. Просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями безопасности до выключения табло «Застегните ремни». Пожалуйста, проверьте карман впереди стоящего кресла на предмет забытых вещей. Дамы и господа, зарегистрируйтесь в программе лояльности ЮТС. Статус и вернитесь до 10% от стоимости полета в милями. Оплачивайте полеты дополнительные услуги по курсу 1 миля.
Дорогие мои, ну вот я приземлился в аэропорту города Геленджика. Вот такой вот у них маленький аэропортик. 31 градус на улице, но такое ощущение, что все плюс 50. Духота страшная, вот там вдалеке виднеется город и горы, и красота. Короче говоря, я побежал на улицу, буду что-то думать с такси или там автобус, не знаю, сейчас узнаю, как поеду. И поедем с вами путешествовать дальше по городу, курорту Геленджику. Российский лечо посмотрите или Динамовском. Новороссийский, набережная Курасия. Там погулять, да? Дорогие мои, ну вот я приехал к своему пункту назначения в Геленджике. Сразу прошу извините, я ехал в такси, с таксистом общался, поэтому я обращаю внимание на нашу болтовню. Вот такая вот здесь красота. Слышите, как цикады стрекочет. Вот в этом пансионате я буду жить все полтора месяца. Мне уже нравится. Во всяком случае, внешний вид уже прикольный. Слушайте, ну духота здесь, духота. Вот здесь говорят 31, а 150. Очень красивые места, посмотрите, какая красотища, просто неописуемо. Знаете, такое ощущение, что я за рубежом нахожусь на отдыхе. Ладно, дорогие мои, пойду заселяться, все смонтирую, все вам выложу тогда. Ребятушки, ну вот, дорогие мои, я заселился, ну, конечно, временно, пока в номере где 4 человечка, но это временно. Иду купаться, иду на море. Вот оно сзади меня, красивое море. Вон оно, Черное море, видите? Класс. А вот там корпус. Я вам сейчас все покажу, сейчас приведу камеру, вам все покажу. Что здесь? Вообще очень красивая территория. Я буду здесь гулять, потому что территория огромная. А гулять не обгулять. Вот иду сейчас на пляж. Только-только вот заселили меня, да, прилетел в час дня, но пока доехал, было время 2. Пока такси вызвал, пока там кое-каких врачей пробежался, пока меня там заселили к одному, к другому. В итоге сейчас иду на пляж. Вот, сейчас вам его покажу. Оставайтесь со мной, я переключаюсь. Ребятки, ну вот такая вот, дорогие мои, такая вот здесь территория.
все так красиво, все классно, все очень замечательно. Просто. А вот оно, само море. Тоже очень красиво, тоже классно все. Вот там, видите, вдалеке кораблик даже плывет. Я пока за забором иду вдоль в сторону пляжа. Иду по территории... как его, господи? Скажите мне, пансионата своего. Ой, здесь так много всего интересного. Всего надо посмотреть. Вот там дельфинчики, видите? Вот там можно будет туда зайти. Но это я буду снимать, уже вам буду все показывать. Ой, пляж, ура! Надо идти. Надо идти. Купаться. Срочно причем. Сделать заныв, потому что только с самолета. Надо заныв срочно делать. Уже бегу. Дорогие мои, прощаюсь. Вернее, как прощаюсь. Не прощаюсь, еще увидимся. Но обязательно вон там народ купается. И будете... А, наверное, не забывать, что ли? Я не знаю, а почему? Тут дальше нельзя проходить. Люди ходят. Ладно, сейчас спустимся к морю, я там все посмотрю и потом вам все покажу. Дорогие мои, только что сделал замыв. Представляете, температура воздуха 33, море 26. Теплое. Прям вообще теплое море, прям превосходное. Так что всем рекомендую в Геленджик. Все классное море, шикарное. Шикарное море. Здесь галичный пляж, но это я только прибежал, я еще буду другие места, конечно, обследовать, потому что я только самолет, я, сами понимаете, только лотерею, и бегом уже захотелось искупаться, вот поэтому залез вот сюда. Вообще море теплое, вода прям бирюзовая, вот надо будет еще вечером сходить, попробовать. Не так уж много, но это просто пляж при санатории, а так вообще отдыхающих полно, вот смотрите, класс. Так что буду исследовать. Я хочу туда, вот на тот мыс сходить, но это на завтра уже. Посмотреть, что там. Бушующее море. Какая прелесть, так здорово, класс. Просто что-то. Единственное, неудобно, то, что галечный пляж. В тапочках нормально, а вот когда в воду заходишь, ну это вам не песочек. Но тем не менее, тоже классно.